Привет, друзья! Сегодня у меня в гостях тигр цветной на спине мужчине с нуля. Первая татуировка. Человек еще не знаком с нашим видом искусства. Ну и вот сейчас мы его познакомим. Тигр – символ величия, агрессии, силы, а также красоты, скорости, и в некоторых странах Азии и Индии олицетворяет символ защиты. Видео я смонтирую два, укороченный вариант и удлиненный, для тех, кто хочет посмотреть все стадии более подробно. В конце обязательно будет анекдот, так что смотрим до конца. Поехали. К луне я при параде, и повседневный фраг мой за ладом нитью радостных идей грей. Ведь на тот и солнце клей. Ведь на как дышит, рукою ветром рыщет, он свешен в воздух, это ли не он? Мне сих глаз засочится, препятствует резвиться, пытаясь разогнать грядущий сон. Лью звуковые волны, мой мир ими наполнен, на этом гребне город не угас. Сулит прохладу утра и машет вслед заблудшим прощальный звездный свет, в который раз грей. Ведь на тот и солнце лей. Ведь на можно дольше ночь моя.
любовь, движение от нуля к нулю. Все. Если вам понравилось это видео, то ставим лайк, палец вверх, подписываемся на канал. В самом конце будет примерно вот в этом районе подписочка мелькать. И слушаем анекдот. Праздник. Гости сидят. Значит, девушки все такие, ну, красивые, как положено. Мужчины все крутые тоже, да? Ну и одного мужчины на руке буковка М. И девушка-соседка спрашивает: молодой человек, а что означает ваша татуировка? И тут же сразу советчики со всех сторон. Девушки: это, наверное, имя его первой любви, Мария, наверное. Мужчины сразу же свою теорию: это буква М, мужик, вы что, не знаете, что ли? Дело портит жена, как всегда. Да это его размер маленький.